95-летний юбилей отмечает представительство Якутии в Москве. Отмечая эту дату, якутяне выезжают в подмосковный район Коммунарка. Там в годы сталинских репрессий расстреливали видных государственных деятелей. В их числе был и Максим Амосов, по чьей инициативе и было создано постпредство республики. Подробности далее. Здесь, в Коммунарке, в дни памятных дат, якутяне проводят митинги и возлагают цветы к памятнику своих земляков, который был установлен в 2002 году по инициативе руководства республики. Сегодня здесь в память о тех событиях далеких лет, но которые оставили след нашей истории, правительством республики, главой республики от имени всего нашего многонационального народа в 2002 году установлен памятник. Он хранит память о тех людях, которые были основателями нашего представительства. Максим Кирович Амосов, поспред Шароборин, поспред Семен Донской. Люди, которые работали в постоянном представительстве. И с этим событием сегодня связано наше посещение Коммунарки. Эти места, наверное, святые для нашей истории. Это след нашей истории, по которому мы идем дальше. И он фундамент нашего будущего. Говорилось не только об истории создания постоянного представительства, о тех, кто стоял у истоков, но и о деятельности этого ведомства в наше время. О тех дальновидных шагах, которые были сделаны основателями представительства, что дало большие возможности сегодня вести плодотворную работу на благо республики. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.